Ну что, друзья, в среду 9 сентября прошла онлайн-презентация еще одного электрического автомобиля родом из Калифорнии – Lucid Air. 1080 лошадиных сил, максимальная скорость 378 км в час, разгон до сотни за 2,5 секунды, 832 км хода на одной зарядке. Это расстояние от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, и еще 200 км останется в запасе. Серьезно? Такая заявка у компании-новичка, который на бумаге уже сразу бьет Теслу и бросает вызов Порше? Давайте разбираться. Подписывайтесь на канал и поехали! Бакунин Live. Что вообще это за компания такая? Lucid Motors. Калифорнийский автопроизводитель Lucid Motors был основан еще в 2007 году в городе Ньюарк, что буквально в 20 минутах от моего дома. Сегодня компанию возглавляет бывший главный инженер Tesla Model S Питер Роллинсон. Если будете смотреть презентацию Lucid в оригинале, обратите внимание на его благородный британский акцент. Ссылка на презентацию в описании ролика вот здесь. Кроме Теслы, на счету Питера работа в компаниях Jaguar и Lotus. Первый концепт-кар Lucid был представлен в 2016 году. С 2019 года компания стала стремительно развиваться, и вот он результат – блестящий автомобиль Lucid Air. Lucid очень гордится своим калифорнийским происхождением, поэтому цветовая гамма как у флага Калифорнии, а на элементах интерьера изображение медведей. Разработчики вдохновились образом частного самолета. Таким же люксовым, эксклюзивным и комфортным должен стать автомобиль. Все, чтобы обладатель Lucid чувствовал себя особенным. Когда слушаешь интервью Питера, видно, что Mercedes для него очень авторитетная марка, и параллели тоже часто уходят к немцам. А размер как у E-класса, при этом салон такой же просторный, как у S-класса. Дизайн экстерьера сдержанный, простые классические линии. Во время презентации особое внимание уделили фарам. Помните автомобили с открывающимися фарами? Они были особенно популярны в конце 60-х и даже встречались до начала 90-х. Потом от них отказались, так как они плохо влияли на аэродинамику. Lucid возродил скрытые фары, но сделал их маленькими. На каждый модуль по 10 микрофар в изогнутую линию. Все они скрыты за общим стеклом и никакого влияния на аэродинамику. Каждая микрофара способна прятаться, появляться и поворачиваться. Выглядит очень футуристично. Чем еще нас порадовали? Прозрачная крыша. Много мест для ног на заднем сидении, где могут сесть три пассажира. Просто беспрецедентное оснащение звуком серийного автомобиля. 21 динамик. Если уж автомобиль заявлен как люкс-класс, то должно быть что-то невероятное и особенное. И вот оно. Чуть позднее появится версия автомобиля, где заднее сиденье можно будет откинуть на 55 градусов назад и отдыхать практически лежа. Не напоминает бизнес-класс самолета? Чтобы привлечь больше внимания накануне премьеры, у Lucid Air получилось установить новый рекорд скорости для серийных седанов. Он буквально пролетел четверть мили за 9,9 секунды по тому самому треку Лагуна Сека, где мы недавно отметились, тестируя мой Nissan Leaf Plus по шоссе. Кстати, предыдущий рекорд в 10,48 секунды принадлежал Tesla Model S. Впечатляет? Чрезвычайно важный технический нюанс. У Lucid архитектура на 900 вольт. Даже у чемпиона Тайкана на 100 вольт ниже, там всего 800. Именно это решение позволило Lucid спроектировать более эффективные, легкие и компактные моторы и сделать его самым быстро заряжающимся автомобилем в мире. За минуту зарядки прибавляется 32 км хода. За 20 минут вы зарядите машину на поездку почти 500 км. Неплохо, да? Взять кофе, заглянуть в комнату отдыха, проверить электронную почту и можно ехать.
Кстати, вместе с машиной вам достанется 3 года безлимитной бесплатной зарядки в сети Electrify America. Про батареи стоит сказать отдельно. Емкость 113 кВт-часов. Автомобиль может как принимать электричество, так и отдавать его, например, обратно в энергосистему дома в случае перебоев с электроснабжением. Но это с первых дней умеет делать мой Nissan Leaf, а вот удивлялка в том, что автомобиль может зарядить или по-простому дать прикурить другому Люсиду, если тот остался без заряда на дороге. Что у нас с системами помощи водителю и уровнями автономности? На борту 32 сенсора, камеры, радары, ультразвуковые датчики и, наконец, лидар. Илон Маск, слышишь? Лидар! Заявлен второй уровень автономности, но по словам разработчиков, машина уже готова к уровню 3 через обновление софта. В салоне, кстати, сразу же установлена камера, которая мониторит действия водителя. На что сразу обращаешь внимание, Lucid во многом повторяет стратегию или, как его еще называют, секретный план Илона Маска. Начнут с самого дорогого сегмента и мелкосерийного производства, а дальше пойдут навстречу массовому потребителю и одновременно будут наращивать производственные мощности. Повторяется и стратегия с дилерами, точнее, с их полным отсутствием. Вместо дилеров, как и у Tesla и Polestar, Lucid открывает 20 студий, где можно будет посмотреть, покататься, но не заказать автомобиль. Первая студия заявлена в Беверли-Хиллз в Калифорнии, а дальше Нью-Йорк, Флорида, ну и так далее. Все заказы онлайн через lucidmotors.com. На сайте, как в компьютерной игре, можно создать себе 3D-модель будущего авто, прийти в салон-студию и рассмотреть все детали внимательно в VR-очках. Виртуальная реальность? Креативно. Такого еще не делали. Собирать Lucid будут на заводе в Аризоне в Каса Гранде. Начнется производство и продажи в начале следующего года. К слову, завод тоже построили в кратчайшие сроки, быстрее всех автозаводов в мире. Lucid, еще не встав на конвейер, может уже выпускать собственную книгу рекордов. Но вот настал тот неловкий момент, когда пора говорить о цене. От 80 до 169 тысяч долларов в зависимости от комплектации и еще до субсидий. Фанаты Маска уже атакуют Lucid и говорят, что версия за 80 тысяч совсем не конкурент Tesla Model S и должна стоить как минимум на 20-ку дешевле. А что за версия за 169? Эксклюзивная AirDream Edition. За такие деньги это точно должен быть личный самолет. Во время премьеры случилась еще одна премьера. Не успело начаться производство седана, как компания объявила о планах на выпуск SUV на той же платформе, что и Air – Lucid Gravity. Паркетник пойдет в производство в 2023 году. Ну и в конце еще раз задаем вопрос, действительно ли у Lucid большие шансы на успех? Многие аналитики и журналисты говорят, что да. Ведь CEO компании выходит из Теслы. Tesla Model S – его рук дело, да и в команду в Калифорнии они набирают только лучших из лучших с автомобильным опытом. Финансирование позволяет строить машину с нуля, без бензинового наследства. Но действительно судить о вероятном успехе будет можно, когда машины начнут сходить с конвейера и поступать в руки первых покупателей. Вспомним ту же Теслу, которая в свое время наступала на грабли с налаживанием производства и качеством продукта. CEO Lucid, видимо, хорошо помнит эти истории и бесконечно повторяет слово «качество» в презентации. Без компромисса. Вам понравился автомобиль? Ну тогда смело на сайт нового автопроизводителя, где можно сделать предзаказ. Возвратный депозит всего 1000 долларов. На связи Бакунин.